Российское представительство Cherry опубликовало график выхода актуальных новинок. И главной премьерой следующего года станет новейший кроссовер Amoda 5. Это, как уверяет пресс-офис, представитель следующего четвертого поколения автомобилей Cherry. Несколько неожиданный, но однозначно современный дизайн с ячеистой решеткой, двухэтажной оптикой и сложно сочиненными боковинами нарисован 54-летним Стивом Юмом, что успел поработать на Ford, Hyundai и GM. Интерьер также скроен по последней моде, так что переднюю панель венчает пара огромных экранов приборного и медиасистемы, и, конечно, вместо классических клавиш и рукояток применены вездесущие сенсорные панели. Одноклассник ниссановского Кашкая предложит 200-сильный турбомотор, преселективный робот, но только передний привод, хотя наличие задней многорычажки теоретически позволяет установить трансмиссию 4x4. На этот автомобиль Cherry делает огромную ставку, поэтому дизайн, название и агрегаты сразу подобраны из расчета на экспорт. А первыми распробовать стильный паркетник предложат россиянам и бразильцам. А еще нас ждет дебют Cherry Tiggo 4 Pro. Это модернизированная версия младшего паркетника Tiggo 4. Обновление принесло кроссоверу полностью новую переднюю панель, над которой теперь возвышается 10-дюймовый тачскрин медиасистемы. Снаружи рестайлинг выдают передний бампер и решетка радиатора, что стилизованы под оформление старшей модели Tiggo 7 Pro. В плане техники все осталось как прежде. Наконец, под занавес следующего года Cherry планирует начать продажи некого кроссовера с полностью электрической начинкой. Скорее всего, им окажется Cherry EQ5, который увидел свет летом прошлого года. Его полностью новая архитектура разрешает установку пары двигателей, но для паркетника избрали одномоторную схему. Электрический двигатель расположен сзади, поэтому этот Cherry вполне логично имеет задний привод. Презентуя модель, китайская марка похвасталась алюминиевым кузовом, а также пробегом на одной зарядке. Он составляет более 500 километров. К слову, дизайн кузова рисовали художники из именитого ателье Пининфарина. У родственной марки Exeed, которую Cherry предлагает считать премиальной, единственной премьерой станет компактный переднеприводный кроссовер LX. Его российской публике предъявят грядущей весной. Эта модель построена из знакомого нам Cherry Tiggo 7, но предлагает собственный дизайн, а также максимум наворотов, включая продвинутую электронику, светодиодную оптику, кожаный салон и другие приятности.